Магазин для кладоискателей и любителей приборного поиска у Деда Мики рекомендую. Ссылка на магазин под видео в описании. Также не забываем про промокод «Странник». При покупке МД получаем бонусы или скидки. Всех с добрым утром. Или какой день? День уже. День. Уже день, да. Погода у нас на улице зачетная. Дорога тоже, блин. Что-то тут мы с Алексеем немножко решили с ума сойти, блин, и поехать покопать почему-то. Как вдруг нам захотелось. Или трактор ждать. Есть там одно место у нас. Алексей его там углядел когда-то. Вот, сейчас хотим немножко, если доедем, пробежаться по росе. Летят утки. Итак, легкий дождик на улице. Ну, как можете слышать, птички поют. Красота, да, птички, Лех? Вообще. Вот приехали. Вот. Покажу вам место, куда приехали. Ну, здесь, скорее всего, старая дорога. Лех, вот мы стоим, вот это вот она на старой дороге. Видишь, она как типа дамба вот на. Да не что-то, это она дамба есть. Она вон там, видимо, и туда наверх должна была уходить. Только вот здесь. Она, не, она, видишь, вот она неестественный бугор-то. Это вот старая дамба совсем. Что деревья, смотри, они уже вон, эти березы лет по 80, да то больше. Немножко испачкались, пока доползли. Так, чуть-чуть, можно сказать. Фигня, потом отмоемся. Ну все, сейчас мы, в общем, снаряжаемся и двигаем. Сейчас вот эти все места будем пробивать, смотреть. И на ту сторону пойдем. В процессе будем уже снимать, что нас окружает, и сам поиск. Так как по последним отзывам, я смотрю, многим понравилось такого рода видео. Что, переодеваемся, валим? Ну все, идем переодеваться. И наше кино начинается. Итак, передвигаемся на другую сторону. Ну, как всегда, у нас здесь внизу под склоном препятствие, но мы знали про него. Нам двигаться нужно туда вообще, в березки идти. Сейчас будем пробивать вон те бугорочки. Вон Алексей полез. Не падаешь пока? Нет, а то я снимаю тебя, да, падай. Этот, как он? Шокирующие кадры. Да? Купаться не будешь, да? Я понял. Здесь бобрами деревья погрызаны немного. Почки начинают распускаться на деревьях. Все, начинает тоже спускаться. Делать переход будем где-то.
форсировали одно препятствие. Здесь посмотрите, как разливалось, что здесь вот все хлюпает, хотя берег, разлив был большой в этом месте. Образовалась небольшая речка здесь. И все, и сейчас вот они бугорки. Леха там впереди где-то чешет уже. Начинаем снимать фильму. Точнее, уже начали. Я, кстати, вот, если можете заметить, кто внимательный, я как стою как раз на части дороги. Вон там наверху, вон она. Там вот машина стоит дальше. Вот это тот искусственный насыпь. И вот я стою здесь, 6 метров шириной, тоже такая же насыпь. И вот здесь вот раньше вообще была дорога. Это было уже очень давно, так как он липы даже. Лет по 70, по 80 уже. То есть, может, наверное, больше. То есть это остатки старой дороги здесь. От деревень, которые за спиной остались. Легкий моросящий дождь. Такая красота нас окружает в этом фильме. Здесь яблоня стоит. Это кабаны нашурфили. Выкопано было 4 шмурдичины. Ну и сейчас здесь как раз таки у нас положительный сигнал. Вижу что-то в окислах. У нас, ну, вроде есть окислы. Но монета живая, вроде так, более-менее. Что за монетка? Монетка у нас полушка. Кстати, полушенцы так ничего вроде. 1736. Да, зеленка-то есть вон. Немного. А сама, в общем, неплохая. Кстати, даже этот орел, конечно, тертый, но такой с высоким рельефом. Вот. 36-й год. Не помню, часто попадает. 40-й, я знаю, много. 36-й. Это уже хорошее начало. Поднялись наверх. Мы и здесь нашли вот такой карман. Раньше, видимо, была поляна, сейчас уже заросла молодняком. Овражки. Похоже, Леха, тоже. Ага. Сейчас копнет. Там у меня сигнальчик. Сейчас глянем сразу, может быть, у Алексея наподобие. Судя по звуку, вроде похоже. А что такое? Разбей еще. У меня там тоже чуть черенку отдавал сначала. Что-то рядом с железкой у тебя там лежало просто. Или какая-то шмурдичина, или что-то. Какой-то сигнал. Такой непонятный сейчас почему-то. Если это будет чешуйка, то это вообще. Ага. Вот. Ребята, о чем мы и говорили. Оп. Это, ну, у нас чешуйку. Причем сигнал уверенный, вы слышали. Да, да. Отойди к сторону, еще раз. Состояние. Чешуйки-то хорошие вроде.
Ура, ура, мы с чешуей. Наша любимая чешуя, да? Ну, что-то хотя бы. Что-то хотя бы. Так, ну теперь я подошел к своей ямке. Вот она. Ямка почти штык. Я еще не глядел даже. Ну, сигнальчики у нас, они уверенные идут. К сожалению. Ну, лысый чуть, да. Ну так как бы нет, прям чтоб лысый нельзя назвать. Сейчас. Такая же, наверное. Да, да, да. Да, они одинаковые. Нормально. Офигеть. Первый раз попался. Ну, я имею в виду здесь. Сейчас ходим. Патрончик целый. Что-то окислился. Непонятно от чего. Ну, целый патрон. Так, вот хоть особо-то войны и не было, но все равно. Такие вещи попадаются. Редко показываю, но здесь находка-то удивила. Сколько ходим, это первое что-то. Вот такой птячок в лесу. Сейчас заросший, он зарастает уже березняком, лет через 10 вообще лес будет. Вот тут мы и ходим. Продолжаем. Сейчас будем переходить на ту сторону. Там посмотрим, что там как-то, мне кажется, там сильно заросший, нет? Ну да, мне кажется, так кажется, да? Вот этот пятачок. Здесь еще плато, вот оно. Такое. Там ровная-ровная площадочка. Но там ничего нет. Птички поют, красота. Сейчас ручей перейдем, там походим, на той стороне. И вот пробиваю вот такие места между овражками. Ну, относительно глухие места. Попадаются вот такие находки. У нас 51 год. $20. Ну, находка, тем не менее. Монетка. Продолжаем ходить по замечательным таким зарослям. Леха где-то справа. Под молодой березкой возник у нас, где он? Вот он, сигнал. Сейчас посмотрим с вами. Опа. Сполоснуть негде. Да ну что это? Запутался весь у них. Ребят, эта часть от чего-то надо разбираться, пока не могу понять. Но вещичка как минимум век 18. Что у нас в этом лесу непонятное пока что это такое. Какая-то хрень посеребренная, что-то было. Вон, видно, как крепилось. Да, как крепежка там, ага. Вот это вон, да. Что-то такое было непонятное, правда. Ну, было. Да еще с узорчиками. Может быть, как типа заколки, может, старенькой. Шмурдяк. Шмурдяк, конечно. Тут у нас нарисовалась пряжечка. Ну это поздно, наверное, да? Что-то ну, герпи. Ну какая-то, да. Ну зато целая. Кто-то посеял. Целая эта пряжечка, ага. Дождь опять нас заморосил. У нас еще одно место перешли. Яблоньки, ну дикарки.
вкусняшка валяется. Такой нашли. Там прудик маленький. Сейчас попробуем это местечко пробить. Пойдем вправо. Туда, в ту сторону. Леха сверху идет. Ребят, бывают еще вот такие печальки. Поход полушка. 31-й год, наверное, тоже. Была, я имею в виду. Ну что? Для поделок. Собираю их. Пойдет. У нас, похоже, монетка, но что-то, мне кажется, она умерла. Судя по ее такому цвету окислу. И воды нету. Да, наверное, монетка померла. Что-то похоже на деньгу было, по-моему. Короче, какой-то кругляш, похожий на деньгу. И кто знает. Похоже на монитос. Такой сохранчик прям хороший. Что там у нас погода? 30-й. Сохран хороший. Еле отскреб такую находку. Всю ушатанную, правда. Обгрызанный. Без ушка. Но образок. Казанская, по-моему, что ли. Боже матерь. Вот край обгрызан. Чё возьмем? И в низинке нашел монитосик Александровского формата. Кстати, вроде бы ничего по состоянию. 1915. Ну тогда бодрая монитосинка-то. Удивительно. Вот здесь вот низинки. Почва другая. Бодрая очень прям даже, да. Вот моемся в таком ручейке. Я вот как раз отмыл ту монетку наверху, которая вся в окислах. Оказалась деньга, да, 1747 год. Просто я так разглядел, смотрю, вроде орел вот. Он рельефистый, его видно хорошо. Но монетка все умерла, видите, все. Зелень сходит на ней. Помыл сейчас. Сразу пока водичка была. Двадцатничек нам удружили из землицы. 54-й год. Зачетная находка. Ладно, будем выбираться. Итак, дождик все идет. Мы перешли на другое плато, которое мы заметили. И у нас тут сюрприз небольшой. Мы нашли домик, ребят. Домик, и вот я что с этого домика выкопал. Опа. Старинная бутылочка. С таким горлышком зачетным.
Вот такие дела. Так, как можете слышать, у нас опять дождь, но мы крепки духом, точнее, вернее, дух уже из нас уходит. Вот сейчас пробираемся по такому молодняку, когда-то это было посевное поле, наверное, до 50-х годов, 60-х, скорее всего. Лёх впереди. Ну, усталость, в общем, уже нас начинает одолевать. Честно говоря, тяжеловато уже. Потому что всякие переходы, бугры, спуски, овраги, они, конечно, выматывают. Летом немножко попроще, обувь чуть легче, чем сейчас. Да еще опять же таки дождь, как всегда, нам не дает расслабиться. Вот. В общем, движемся к автомобилю. Думаю, минут 25 и мы на месте. Нам сейчас пройти этот молодняк, потом спуск, речушка небольшая, подъем, и мы у машины. Пойду Алексея догонять. Ну так, да, чуть ноги. Ну, как можете уже догадаться, мы уже около машины. Сейчас потихонечку будем собираться и выбираться. Там сейчас жижи, наверное, еще больше. Цель этого видео, конечно же, не была показать кучу находок, потому что мы и сами-то, по сути, не знали, что нас здесь ждет. Вот, не надеялись даже, если честно сказать, что вообще находки будут. Ну, точнее, не думали об этом. Кстати, вот я иду, остатки дороги вот этой впереди, обвалившейся. Цель видео, по сути, показать, как и предыдущие фильмы, показать вам более или менее подробно о таком разновидности поиска. Это не полевые побегушки, да, это намного тяжелее и нуднее морально и физически, не так просто такой вид поиска. Ну, находки есть. Соответственно, два места у нас намечено, где мы будем продолжать поиск. Там, где нашли чешуйки, подвесочку, полушку. И еще нашли место, где стоял какой-то домик. Выкопал бутылку. Бутылка старенькая, с резным горлышком. И дно я вам показал, как выглядит. Соответственно, это второе место, на котором мы будем возвращаться. Посмотрели по самым этим распространенным картам, которыми, ну, многие начинающие копатели или копатели с небольшим стажем пользуются. Пробили в мобильной версии это место, где нашли, место, где домик стоял, по картам. На этом месте не обозначены никакие строения, а значит, это очень хорошо и вдохновляет. Буду с вами прощаться, так как даже что-то разговаривать тяжело, немножко подустали. Буду с вами прощаться. Не забываем подписываться на канал. Спасибо тех, кто подписан, спасибо тех, кто смотрит. Вступаем в паблик. Также сделал группу в Одноклассниках, Инстаграм, кому интересно. Все ссылки на эти сети я оставлю под видео в описании.
Но вам хочу пожелать здоровья, удачи. И до новых встреч. Надеюсь, этот развлекательно-познавательный фильм вам понравится. Все. С вами был канал Странник и ваши покорные слуги. Пока-пока.